Сегодня мы покажем несколько песен, в частности, вот Рудольф Израилевич вчера показал мне текст, как было и времена, он демонстрировал Аркадию. Довольно любопытная вещь, она прозвучит пробная такая, ну, еще не обкатанная, мы вчера попытались сочинить ее вместе, совместными усилиями. Во втором отделении я попробую ее изобразить. Еще в последнее время я стараюсь как-то зафиксировать вещи ускользающие. Некоторые из них повышенной сложности, но хотелось бы, чтобы они в живом виде иногда звучали. Вот одна из таких песен. Попробуем сейчас вам ее исполнить. Когда вокруг такая тишь, в этот поздний час приходит ветер с луны, да ветер с луны. Приходит он, чтоб вновь бродить по дорогам, по синим дорогам, среди тишины. Ветер с луны, что ты делаешь, ветер с луны? Кажется девушкам, что влюблены. Бродит по городу, путает сны, кружит им головы ветер с луны. Красивым и беспечным им на земном ветру все это кажется смешным. На земном ветру не страшен ветер с луны, да ветер с луны. Он просто сон, он лишь забавная сказка, лукавая сказка лукавой весны. Ветер с луны, что ты делаешь? Ветер с луны. Кажется девушкам, что влюблены. Бродит по городу, путает сны. Ветер с луны.